Всех приветствую. Ну что ж, подходит к завершению моя вечеринка из Карпат. Покажу вам вид с окна. И пора возвращаться домой в Запорожье. Сказать вам в целом, знаете, как все прошло. Вот 99 из 100. Есть один момент, который немного подпортил настроение, но это ненадолго. В плане людей, да как всегда с людьми, знаете, если с добром приходить, то с добром и уходишь. Никаких не было там языковых вопросов, еще каких-то там. Я то на русском, то на украинском, то на суржике. И как-то вот так. Всем доволен. Наконец-то, знаете, сменил атмосферу. Немножко разгрузился и отправляюсь в Запорожье на новый сезон. Совсем не хочу уезжать из Карпат. Привык уже так ко всему. Все так душевно, по-домашнему. Все, бережіть себе. Все буде добре і здоров'я вам.